Здравствуйте, в эфире информационный выпуск на канале ЛДПР ТВ, в студии Ольга Илларионова. И о главных событиях к этому часу. Многодневное голосование, которое вводится в России уже со следующего года, не гарантирует чистоту результатов. Такого мнения придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фракция в полном составе воздержалась от голосования по данному законопроекту, поскольку парламентарии усомнились в возможности адекватного контроля на протяжении нескольких дней плебисцита. Закон примет поспешно и нуждается в доработке, считают депутаты. Отрицательно относимся, потому что тяжело контролировать. Мы всегда были отрицательно против досрочного голосования в любой форме, против голосования на дому. Ибо там проконтролировать мы, как оппозиция, ничего не можем. Даже когда в день голосования приходят на участок, на наши места наблюдатели ставят своих, нередко это было, вставляют членами участковых комиссий своих, нередко. Мы сопротивляемся, идем в суды, бесполезно, по всей стране. А если еще это будет 3 дня идти, и будет там придомовые участки, и еще где-то, то нам будет тяжело это все контролировать. Поэтому сегодня пока вот второе чтение, мы воздержались, не поддержали этот закон. Парламент поддержал в первом чтении законопроект, позволяющий частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию по системе обязательного медицинского страхования. По мнению авторов инициативы, этот документ не только повысит доступность вакцины, но и значительно увеличит охват населения. В настоящее время сезонные прививки могут делать исключительно организации государственной и муниципальной систем здравоохранения. Законопроект о иммунопрофилактике Российской Федерации, в него вносятся изменения. Как мы сегодня знаем, сегодня все прививки, которые происходят в России, они проходят на базе учреждений, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. Поправкой вносится инициатива о том, чтобы дать возможность и частной медицине заниматься иммунопрофилактикой, также прививать людей и дать возможность им сегодня этим вопросом заниматься. Считаем, что поправка достаточно актуальна и правильная. Сегодня частная медицина работает с фондом обязательного медицинского страхования по программе государственных гарантий. И было бы очень правильно, если бы сегодня и частная медицина подключилась к такой большой задаче, когда происходит иммунопрофилактика населения, особенно в период осенне-весенний период, когда идут большие количества прививания населения. Поэтому это было бы достаточно правильно. Хочу отметить, что очень важно, чтобы еще частная медицина помогала в таких больших проектах, как сегодня пандемия. Так что сегодня все заботы легли на плечи государственных и муниципальных учреждений, а частная медицина осталась в стороне. Поэтому сегодня еще раз необходимы механизмы для того, чтобы привлекать вот в такие большие проекты, когда особенно чрезвычайные ситуации, частную медицину со своими коллективами, со своим оборудованием, со своими помещениями. Их достаточно очень много. 1000 врачей, которые сегодня есть в частном здравоохранении, они тоже должны в период тяжелый для населения России привлекаться и быть соучастниками всего этого процесса. В хабаровских акциях протеста в поддержку главы региона Сергея Фургала приняли участие по меньшей мере 50 тысяч человек. Накануне арестованный губернатор выразил благодарность землякам, но отметил, что не одобряет таких массовых выступлений. Член Совета Федерации Елена Гришнякова заявила, что некоторые политики и общественные деятели, выступая на публике, заведомо искажают информацию.
Мы представляем свои регионы и интересы, их жителей в Совете Федерации. Сегодня главное, что интересует большинство жителей Хабаровского края, это судьба губернатора Сергея Ивановича Фургала, избранного почти 70% голосов избирателей, которого 9 июля этого года задержали с применением силы, а затем арестовали. Момент задержания транслировался по всем новостным каналам. Форма задержания потрясла всех жителей края, что повлекло за собой волну возмущения, которая продолжается уже 5 день. За эти дни на улицы городов и поселков Хабаровского края вышли порядка 50 тысяч человек, по данным общественности. В поддержку губернатора люди организовывают несанкционированные митинги, автопробеги, пикеты, флешмобы. Их не останавливает ни пандемия, ни угроза арестов и наказаний. Власти региона и правоохранительные органы прилагают все усилия, чтобы не допустить массовые беспорядки и провокации. Однако некоторые политические и общественные деятели своими публичными высказываниями подливают масло в огонь. Умышленно искажают информацию, навешивают ярлыки. Невзирая на презумпцию невиновности, его уже объявили убийцей и злодеем. О том, что на самом деле сейчас происходит в регионе, центральные новостные каналы предпочитают умалчивать. Поэтому жители Хабаровского края через нас, представители региона Верхней Палате Парламента, обращаются к ведомствам, контролирующим информационное пространство, с требованием прекратить информационную вакханалию. Просят журналистов и ведущих популярных ток-шоу соблюдать журналистскую этику и освещать все происходящее честно. К политическим и общественным деятелям обращаются с просьбой быть политкорректными, использовать в своих заявлениях только проверенные и подтвержденные данные, а не фейки из телеграм-каналов и желтой прессы. Вину Фургала или ее отсутствие определит суд. И еще пожелание от жителей Хабаровского края хочу выполнить. Пожелать депутату Государственной Думы Хинштейну Александру Евсеевичу, губернатору Свердловской области господину Куйвашеву Евгению Владимировичу иметь такую же колоссальную поддержку своих избирателей, которую заслужил губернатор Сергей Фургал за 2 года работы в регионе. Стихийные митинги, которые развернулись на улицах Хабаровска, не что иное, как акция гражданской солидарности, полагает Владимир Жириновский. Политик отметил, что ЛДПР не причастна к несанкционированным митингам, поскольку партия придерживается порядка, особенно в период пандемии. Никто, никаких мер по организации протестов не принимал. ЛДПР исключено все это. Мы участвуем только в разрешенных митингах. Нигде в стране пока митинги не разрешают. И очень опасность большая распространения заразы. Это были чисто стихийные митинги. Это великолепная вот гражданская солидарность. Мы 1 мая как раз это отмечали. Вот жители Хабаровска и других городов края проявили свою солидарность. Они возмущены тем, как уничтожают их губернатора. В смысле, завернули руки за спину, наручники, в машину и увозят в Москву. Их это возмутило. Второе возмутило. А почему 15 лет все молчали? Во-первых, мы ЛДПР никогда бы никого не выдвигаем, если есть хотя бы маленькое пятнышко в биографии. Но мы направляли документы везде, во все правоохранительные органы. И ниоткуда не было никаких замечаний. Это второе, что возмутило всех избирателей края и в том числе нас, депутатов фракции ЛДПР в Госдуме. Вот в этом аспекте, мы с учетом этих обстоятельств, мы и выражаем свой протест, солидарность. Но никакого участия в организации мы не принимали, в том числе и команда Фургала. И это показывает зрелость наших граждан. Это впервые произошло. Хабаров сегодня это символ того, насколько высокое сознание у всех граждан России. Это не Москва и Петербург, это далекий город Хабаровск. И там вышло более 30 тысяч. А в эту субботу ожидается еще больше. И это замечательно, что никто ими не командует и не выпихивает на протесты. И что все их шествия по городу проходят без сучка и задоринки. Никто не сбит, ни одной витрины, никто не упал, никаких ранений, никаких оскорблений. ЛДПР не участвует в неразрешенных мероприятиях. Когда будут сняты ограничения, мы сделаем заявку в Хабаровске, в Москве, у нас же выборы 13 сентября, и обязательно будут проведены митинги, разрешенные. И там везде мы можем поднимать вопрос и о выборах, и о судьбе нашего губернатора Фургала.
Жители запада Москвы встали на защиту почти сотни вековых дубов, которые оказались под угрозой уничтожения из-за строительства северного дублера Кутузовского проспекта. Люди по очереди дежурят в парке на улице Ивана Франко, чтобы предотвратить вырубку реликтовых деревьев. ЛДПР вступилась за сохранность легких столицы. Местные жители, для которых эта трасса фактически трагедия, меньше бы протестовали, если бы эту трассу проложили с меньшим вредом для окружающих районов. Например, через железную дорогу вот здесь северный дублер пойдет по 3-километровой эстакаде, 3 километра эстакады. Если продлить эту эстакаду еще на 1 километр, всего на 1, то можно было бы спасти 98 вековых дубов и остальные деревья, и всю нашу рекреационную зону. Но проектировщики по каким-то причинам не хотят идти на этот шаг и прокладывают дублер ровно по всем нашим зеленым зонам. Вот аккуратно, как будто нарочно. Поэтому, естественно, мы не согласны с таким проектом и будем спорить с ним до конца. Всего 8 деревьев в Москве имеют статус памятника природы. И те деревья, которые имеют этот статус, большинство из них моложе и меньше, чем наш дуб. То есть наш дуб – это уникальнейшее дерево. И уничтожение его под эту платную, никому фактически ненужную трассу, которую можно было бы легко проложить просто по эстакаде, чуть-чуть удорожив проект, это преступление, это экологический терроризм. Строительство дублера, строительство большой платной дороги, которая здесь планируется с последующей вырубкой этой всей территории, это, конечно, возмутительно. Учитывая то, что все публичные слушания, как обычно, для Москвы это принято, такая традиция уже плохая, подделываются. Поэтому мы здесь сейчас приехали, осмотрели парк. Я сам житель района Кунцево, в принципе, для меня он очень знаком. Поэтому сейчас наши действия с местными активистами, с жителями должны быть слаженными и быстрыми. То есть максимальное количество документов, где сказано, что на этом месте строительства никакого быть не может, что этот парк должен охраняться, первое. Второе, что коммуникации под землей просто не позволяют проводить никакого строительства. Это второе. И третье, что, в принципе, мнение жителей, как обычно, у нас не услышано, не учтено. А оно есть, и оно должно быть на первом месте всегда, когда власть принимает то или иное решение. Спорное, тем более, такое решение. Тем более, вот мы сейчас стоим на фоне этого дуба. Тут ходят споры, сколько ему лет. Явно больше 300, там, в районе 400 лет. Поэтому это одно... Мы уверены, что это одно из старейших деревьев, ныне живущих в Москве. Поэтому этому дереву мы тоже будем добиваться, чтобы было присвоен памятник природы Москвы. Мы думаем, что если это удастся сделать, то, конечно, здесь никакого строительства не получится. От Владимира Вольфовича Жириновского депутатские запросы мы отправим в самое ближайшее время. Поэтому будем надеяться, что эта варварская стройка здесь начата не будет. И к этому часу у меня все новости. Всего доброго, до свидания.